Простились. 19 августа в здании Аграрного университета состоялась панихида по Анатолию Морсину, министру, председателю Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Напомним, 56-летний чиновник погиб в минувшую субботу. Проститься с Анатолием Морсиным пришли более 100 человек. С импровизированной трибуны друзья и бывшие сослуживцы вспоминали о его работе. Свою карьеру Анатолий Григорьевич начал в органах внутренних дел. За выполнение особо важных заданий он был награжден орденом мужества, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за отвагу. С 2005 года Анатолий Морсин возглавил отдел охотничьего надзора регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Спустя 3 года занял пост председателя Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Он 10 лет возглавлял один из важнейших комитетов охотнадзора по Саратовской области. Бессменно. Такого никогда не было на территории Саратовской области. И он с честью это исполнял, потому что достиг того равновесия на территории, в этой части, за которое заслуживает огромные слова благодарности. Человек переживал, как тот школьник, который очень любит природу. Его беспокоило все. Популяция рыбы, популяция птицы, зверя. Он переживал искренне, как личную какую-то болезнь близких, это браконьерство. И максимально открыто боролся с этим. Тем временем следственным отделом города Энгельса возбуждено уголовное дело по факту гибели Анатолия Морсина по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи не исключают появление лица, причастного к смерти чиновника. Если подозреваемый будет установлен, максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.